Но сейчас хочу отметить, что при всем этом, том беспорядке, который творится в ведомстве, глава МВД Арсен Аваков – один из немногих долгожителей в кабмине. Вот завтра будет ровно 3 года с того дня, как он был назначен на свой пост. Еще один такой же долгожитель – министр юстиции Павел Петренко. 2 других члена кабмина – нынешние вице-премьеры Вячеслав Кириленко и Павел Розенко – хотя бы кресло успели поменять. А вот эти двое, похоже, готовятся пересидеть всех. Причем поразительный факт. Количество претензий к этим двум министрам вообще не влияет на их положение. Сколько бы ни обвиняли Павла Петренко в провале люстрации, кресло под ним даже не закачалось. Сколько бы ни говорили, что при Авакове в МВД преступность растет, но он даже и не думает уступать кресло более профессиональному человеку. И даже громкие обвинения со стороны генпрокурора тут не помеха. Вот на этой неделе Юрий Луценко заявил, что полицейские манипулируют статистикой и скрывают реальное число тяжелых преступлений. Замість того, щоб зосередити зусилля на розкритті злочинів проти власності, правоохоронці МВС в першу чергу вдаються до маніпуляцій з даними ЄРДР, єдиного реєстру. Йдеться про випадки приховування тяжких злочинів проти власності, розбоїв і грабежів, які обліковують, змінюють кваліфікацію і потім закривають за малозначущі. Приклад. Запорізька область перекваліфікували з розбоїв у легкі тілесні, середні тілесні, 616 проваджень. Вдумайтеся. Дніпропетровська – 298, Харківська – 234, Полтавська – 143, Херсонська – 141, Рівненська – 128, Миколаївська – 119, Донецька – 109, місто Київ – 263. Загалом по Україні кожен 10-й злочин про розбої і грабежі, кожен 10-й, змінюється на менш тяжкі.